Было принято решение организовать обследование здоровых граждан, которые не были в контакте с пациентами с установленным диагнозом коронавирусом и не были в контакте с приезжими из зарубежных стран. К категории этих лиц отнесены группа риска беременные женщины и лица 65+, особенно лица, имеющие хронические заболевания. Все лица старше 65 у нас имеют хронические заболевания. Они и отнесены к этой группе риска. Забор будет производиться на дому медицинскими работниками тех поликлиник, к которым эти граждане прикреплены. Предварительно будут оповещаться эти люди по телефону, будет оговорено время, когда приедет медицинский персонал. Нужно, чтобы люди не боялись, потому что медицинские работники выходят для забора этого материала в специальной одежде, это костюмы специальной защиты, маски. Перед тем, как идти в следующую квартиру, костюм снимается, дезинфицируется, полностью обрабатывается. Если это многоразовый костюм, если разовый костюм, он снимается и утилизируется. Для каждой квартиры, для каждого пациента, в чей дом мы заходим, наши медицинские работники переодеваются. Не должны бояться люди, что они открывают двери. Мы являемся, так сказать, разносчиками каких-то неприятных заболеваний. Быть готовыми, не бояться, не стесняться, сдать материал. Исследование лабораторное будет проводиться на базе областной инфекционной больницы. Результаты будут направляться в поликлинику, которая направила эти обследования, и уже доводиться до сведения пациентов. Сроки мы оговорим в последующем. Если есть какие-то вопросы у наших граждан, они могут задать их по телефону горячей линии, которая работает в круглосуточном режиме по номеру 112. Там работают наши специалисты, доктора, и дадут полноценные ответы.